важная вещь, которую я обратил бы внимание. Многие люди, которые делают фотографии и выкладывают их на суд других с разных стран, да, понятно, что мир сжался в наше время благодаря тому, что появился интернет. Вы можете мгновенно смотреть то, что на другом конце земного шара. Также и людях, им интересно, тех, кто живет в Африке, интересно то, что в городах, грубо говоря, происходит, или наоборот, тех, кто в городах, интересно то, что в Африке. Значит, но когда вы делаете фотографию, людям интересно узнать, где это снято. Они заинтересовались, им интересно вообще, где это находится. В случае, я не знаю, как в Инстаграме все это можно посмотреть, наверное, никак. Во Фликере вы можете, автоматически создается, если вы снимаете телефоном, координаты места, откуда это снято. И система, которая отслеживает, она, видя ваш геотег, так называемый, да, где это снято, она понимает, что информация вот эта есть. И, соответственно, поднимает в рейтинге. Я на это обратил внимание, поскольку многие фотографии, которые сделаны были телефоном, они улетели сразу наверх, потому что был геотег, хотя все остальное было, ну, также снято на камеру классическую, качество было лучше, но почему-то вот это ушло вверх. Поначалу думал, что это случайность, но, по всей видимости, система тоже, скажем так, заинтересована в том, чтобы показать людям, где это снято. Во Фликере это есть. Вручную вы можете точно так же вбить. Ну, достаточно просто открыть Google Maps и просто в самой программе, там, где даже на телефоне, сохранить, ну, отправить, грубо говоря, координаты. Все, прикрепили. Если есть место, которое уже на Google Maps кем-то сделано, да, там музей, не знаю, церковь, там озеро, город, вы можете точно так же уже скопировать эту штуку. И будет расширенный тег. То есть люди будут видеть, что, грубо говоря, это за место. Что из себя оно представляет.